как так? Ну, ты же девушка. Подожди-ка. Спасибо, малая. Очень вкусно. Пожалуйста, Лёш. Если вы хотите быть в жанре фрика, тогда у вас мега будет просмотры. Но вы никогда не будете доласканы с утра нормальным мужчиной адекватным. Вы... Малая, дерни меня за палец. Зачем? Да, давай. И это нормально. Ну, да. Дернешь за пальчик. Алешенька. Алешенька, не серьезно, давай погромче еще чапкой, чтобы, сука, все соседи слышали. Что, опять? Опять, Леша, опять. Че, рот закрыть покажу, Леша, сильно сложно, да? Сыпется вон все, что ты жрешь, как свинья. Уже 100 000 раз тебе это говорила. Леша, закрой пасть. Каждый раз одно и то же. Все-все, я понял, услышал, прости. Больше этого не услышишь. Угу. Что интересного сегодня было на работе? Да там. Ну вот как-то так. Угу. Ты давай вон ешь, пока все совсем не остыло. Ага. Молодец, Леш, молодец. Лёш, а я решила тоже походить с тобой в фитнес-клуб. На бокс? Нет, на йогу. Йога. Здрасте! Привет! Окей. Вот как такую красоту можно сбривать? Hold up, know what now? Millions in the folder, I show ya how. Again, it's a soldier, I'm Colin Powell. I'm spinning over, no word. Looking, getting more bucks, dipping in the Porsche. Got my head tripping in the Porsche truck. And I'm skeet, skeet, spitting to a thus. I'm a star, she ain't trying to get a Porsche. I'm fresh, falling to the death. Да не вопрос, любимая. Ты приготовила такой чудесный ужин. Поэтому, пока я буду мыть посуду, буду все время делать тебе комплименты. Оно все такое жирное. Конечно, конечно. Я тоже говорю, ты что, говорю, вообще что? Не понял, ты кто так делает? Ты что, ты выбрасывать этот собралась? На, в кастрюлю убери, вечером доедим. А кастрюлю ты что поставила? Что, испортилось? Ничего не испортилось, заветрилось просто маленько. На, в холодильник убери. Все отмой. Так, это что? Тащи сюда. В холодильнике посмотри, может, что испортилось. Так, ну вроде все. Сковородки я мыть не умею с этим покрытием. Это потом доем. Это потом допью. Ну все. Леш, сходи за хлебом. Сейчас. Сейчас. Ага. Да, сейчас. Да иду сейчас. Сейчас иду. А что ты там приготовила? Может, без хлеба поедим? Опять я? Блин, а что-то я вчера ходил. За хлебом. Ужин приготовлен, а тебе хлеба не хватает, да? Да ты знаешь, что многим людям вообще есть нечего. С голоду пухнут. А, что-то так голова разболелась. За хлебом. Ты видела, который час? 6:30. Кто ест хлеб в это время? А как же еще есть? Ага, там плесень уже. Подумаешь, обрежем немножко и все. Блин, может, я лучше за ужином послежу, а ты сходишь? Нет, никуда не пойду, иди сама. Да, дорогая, конечно, уже иду. Найти фитнес-клуб Красноярск. Ого, сколько тут направлений.
Может быть, туда Лёшку и отправить? Чешуя повсюду, я только убралась. Нет. Ну и ты, Ну нет, не получится сегодня. Да, работа там кое-какая. Отчет сдавать. Да и вообще, Валера, сколько можно бухать? Ты бы уже о здоровье своем подумал. Разосредственность, ответственнее. Наконец-то дома. Лёш, а ты ничего не забыл? Ах да, зал. Что ты думаешь, плеер-то разрядился? Что ты где-то порвал, прикинь? Да ты не проверил, блин, полотенце-то мокрое. Бутылка-то протекает. О, ты не забыл. Плеер-то, я, кажется, забыл зарядить. Ничего страшного, возьми мой. А так, там же музыки моей нет. А я закинула туда твой плейлист. А шорты, я не помню. Шорты зашила, не переживай. Зашила? Угу. А полотенце? Полотенце в сумке чистое и сухое, проверил. Ясно. А, и бутылку, можешь взять мою. Ну что ж, пошел. Давай, Сергей Петрович. На работу! На работу! Ну, надо так надо, конечно. Вот не везение, на работу вызывает. Все, побежала, давай. Все, я побежала. Я прошу тебя, Леш. Да знаю, знаю. Сначала уборка, потом развлечение. Да, ты это знаешь. Все, давай, пока. Так, ну что, за дело. Куда ты попёрся, сука? Ну, шампура, успокойся. Ты чё? Вы чё, вороны не видите? Ветер, нахую я. Да я маму твою. Алло, Лёш, ну я возвращаюсь. Кажется, ключи забыла. А, нет, вот они в сумке. Всё, скоро буду. Что-то подсказать нам? Да. Не, эта штука, ну, как её, ну... Презервативы? Нет. Это? Вы чё? Нет. Это? Сейчас. Нет. Может, это? С этим, знаете, у нас всё и так в порядке всё. Ой, ладно, сам найду. Это не зоомагазин?